Продовжується наше шоу «Денім ТВ» з Нескафе Триводному. І до нас гості завітав не просто учасник гурту «Green Grey», а президент фестивалю «Summer Sound Грибовка International Music Fest 2011». Дізель! Цього літа можна не купувати квитки, не їхати за кордон на музичні фестивалі, тому що все відбуватиметься в Україні. В Україні. Да, абсолютно вірно. Ти чітко сформулювала нашу ідею. Що, ми заметили, що огромне кількість молодежі, я це заметив ще в прошлого разу, огромное количество молодежи ездит по летам из нашей страны на разные фесты. Вот, поэтому мы подумали, что идея, которая может объединить всех нас, это просто качественная, хорошая музыка. Uh-huh. Вот и, собственно, у нас и строится сейчас большой международный фестиваль в Грибовке. Где находится Грибовка, где хочется всем дизнаться просто, где это? Да, это можно легко узнать. Это рядом с Одессой, между Одессой и Личевской. 30 километров от Одессы, прямо на пляже, лазурном пляже, прямо у моря строится фестиваль. Коли починається фестиваль, скільки триватиме, тому що ви збираєтесь поставити рекорд по тривалості? Да, на самом деле этот фестиваль будет длиться месяц, даже больше. Це, в принципе, це просто з глузду. Да, 6 недель. Ого. Беремо відпустку за всі минулі роки. Да, и мало того, там это не один рекорд, у нас будет стоять на пляже самая длинная в мире барная стойка, которая будет 125 метров, а рекорд сейчас 90, будет два сиська-бара, ну, по сиське с каждой стороны. 4 тижні буде основний, так, основна частина тривати? Да, будет 4 недели основной фестиваль, он будет делиться на разные жанры, для того, чтобы, в принципе, люди, которые любят, например, хип-хоп, или рок, или дэнс-музыку, могли бы объединиться на эту неделю и поехать на неделю повисеть у нас на фестивале. То есть это будет рок-неделя, дэнс-неделя, хип-хоп-неделя и лав-неделя. Учитывая, понимаешь, учитывая, что мы находимся в Одессе, Одессу я люблю, поэтому лав-неделя, и надеюсь, что это объединится, это лав-неделя с MTV-неделей. Окрім того, будет подготовка для того, чтобы не увірватися холодным на фестивале. Будет, да, подготовка. Абсолютно верно. 15 числа, 15 июля в Грибовке мы начинаем припати. Притом начинаем его с суперпроекта. Это Prodigy Family Party. Wow. Это сам Лерой Торхилл к нам приедет и Кирк Пеппер. Это основатели группы Prodigy, плюс еще и музыканты группы Prodigy. Они сделают нам 8-часовое выступление в разных клубах и площадках, которые будут находиться на Summer Sound. 22 и 23 числа, то есть на следующие выходные июля, мы собираемся сделать лайв-припати, то есть припати живых музыкантов. Там так, я знаю, что я просто фанат гурту No Faces, кто еще будет? Да, будет группа No Faces, будет группа Танок на Медене Конго, Green Grey, Аторвальд, Sky, Горчица. С Бумбоксом еще, к сожалению, мы не можем никак созвониться, но думаю, что он в любом случае, группа будет в течение фестиваля. Мы сейчас с ними разбираемся, на каком же какую неделю работать. Рок-неделю или хип-хоп-неделю. Также все очекують, кто будет основным лайнапом впродовж 4 тижнів фестивалю. Вообще мы хотим пригласить супергруппы, те группы, которые, собственно, еще никогда не были в Украине. Мало того, это группы с очень сложным техническим райдером. Кто конкретно из хедлайнеров будет, вот, к сожалению, прямо сейчас вот просто не имею права вам сказать. Обещаю, что на следующей неделе приду именно с полным лайнапом, потому что у каждого в райдере определено, когда можно заявлять их имена. Но, в принципе, интернет весь кишит именами нашего фестиваля. Конечно же, там есть в этом и серьезная доля правды, но сверимся, грубо говоря, через неделю. Дивись, мы нашли фотографию, но ты власноруч забываешь тут цвяхи. Да. Ось, что насправді я там прячу, спрятал капсулу. Это, кстати говоря, один из клубов. Это будет живой клуб. Строится. Мало того, у нас огромное количество сюрпризов. У нас здесь огромная гора свисающая. Поэтому мы там тоже будем изгаляться. Ну и море вот здесь. Хотел бы, собственно, сделать заявление для молодых музыкантов, что на вторую неделю припати, это с
17 числа и по 22. Мы приглашаем всех молодых музыкантов. У нас на сайте summersound.org нужно зарегистрироваться, выступить у нас на фестивале на Припяти. И те группы, которые, грубо говоря, подойдут под наш формат фестиваля, мы пригласим на сам фестиваль. У нас там строится палаточный городок для молодых музыкантов, которых мы с удовольствием пригласим, накормим, напоим. Дадим, можливо, і так заспівати за. І, звісно, сходіть на своїх любимих артистів, хедлайнерів, які будуть ближче к вихідним виступати. Ще хочеться сказати, що взагалі в нашій країні к фестивалям відносились як-то странно. Тобто фестивалем не може називатися музыкальное событие, которое находится рядом с городом, скажем, на аэродроме. Угу. Потому что после фестиваля человек едет к себе домой на троллейбусе и сидит на кухне, пьет чай и думает, вот классно был на фестивале. А на самом деле фестиваль — это нечто другое. Это когда едут разная молодежь, которая объединена каким-то одним общим как бы интересом, если это музыка, если это более конкретно хип-хоп, например, или рок, или дэнс. И они тогда имеют возможность пообщаться с людьми из разной молодежи, из разных городов, из разных стран. Тем более, кстати говоря, у нас в этом году будет огромное количество иностранцев. Тем самым, ну, так как наш фестиваль собирается быть одним из событий музыкальных при Евро-2012, то, естественно, мы уже в этом году знакомим иностранцев с нашей страной и нашу страну знакомим с иностранцами. Мы тебе чекаємо за тиждень, щоб ти нам вже оголосив офіційно лайнап. Так, музыкантов, яких дуже хочется побачити, я думаю, що тоді вже точно всі поїдуть обов'язково. Ну, хочу напомнити вже то, що 100% то, що я можу заявити, це Prodigy Family Party, всіх ждемо. У нас на стройці. Ми спеціально не будемо достраювати повністю, грубо говоря, ми збираємося потанцювати на тракторах, на бетономішалках. Вау. На всьому тому, що залишиться після стройки, я думаю, що всі приколяться по урбану. Ми продовжимо готуватися до вікенду, радити вам, куди найкраще піти і як розважитися. Тому далеко не тікайте, дивіться День МТВ з кафе 3 в 1.